Всем привет! Поступил вопрос и поступил запрос на рассказ о том, как я познакомилась со своим мужем. Ну, это, конечно, получился такой своевременный вопрос, потому что 7 июля, а я записываю это видео 6 июля, а завтра, 7 июля, у нас годовщина свадьбы. И получается, прям можно на этот вопрос и ответить. Это будет видео такое приуроченное к этой годовщине. А вы, наверное, заметили, что я начала больше таких житейских видео снимать, да? Раньше это был такой учебный канал, где я концентрировалась только на учебных каких-то видео, грамматика, объясняла это все. Но постепенно, когда мой канал прирос подписчиками, и захотелось общаться, да, захотелось что-то такое интересное рассказывать и немножко с другой стороны, чтобы вы меня увидели не только как учителя, но и как человека. И большое спасибо за ваши комментарии, за то, что вы меня поддерживаете, подбадриваете и говорите, что это интересно, про жизнь в Германии, про то, как переехать, про медицину. Да, вот эти разные дела, конечно, мне очень, ну, приятно, да, и хочется тогда дальше продолжать. Итак, сегодня история, как же я познакомилась со своим мужем. Наверное, нужно начать эту историю с 2011 года, потому что в 2011 году я активно готовилась переехать в Южную Корею. Я установилась там в аспирантуре, и в 2012 году я должна была переехать, но у меня был год на то, чтобы накопить денег. Банально накопить денег на переезд, на оплату семестров, на житье, на квартиру, на все вот это. И потом перевести детей. И вот в 2011 году каким-то странным образом, почему-то я нарисовала карту желаний. Не смейтесь, да, вот, ну, просто видно уже жизнь до такого отчаяния довела, что я нарисовала карту желаний. А на самом деле это был страх неизвестности, да, я ехала в чужую страну, ехала одна, на свою ответственность, надеясь только на свои силы, и вот как-то захотелось, чтобы еще потусторонние силы какие-то помогли. А я работала тогда в детском садике. В общем, я работала на 10 работах, я специально считала. Я преподавала языки. Английский, немецкий, латинский, корейский. Я все преподавала, все, что знаю. И вот одной из работ был садик в Самаре. И заведующая этого садика, она очень хотела нас всех сделать счастливыми. Она нам постоянно вот впихивала этот фильм «Секрет», да, вот про эти визуализации, вот про это вот все, про эти карты желаний и так далее. Что в конце концов, как бы меня так, ну, не то чтобы я скептически, но в том смысле, что, ну, пусть будет, да, вот такой вот, пусть будет, пусть какая-то сила тоже мне поможет, потому что надеяться было не на кого. Ну так вот, нарисовала я эту карту желаний по схеме. Там нужно на разных сторонах листа рисовать, там это для семьи, там это для богатства, это там чего-то для здоровья. То есть, да, вот эти вот все стороны, я сейчас уже точно не помню. Но наиболее важно мне было, конечно, прописать свои желания. Я прописала желания, там «Дети живут со мной». Наклеила их фотографию, наклеила 1000 вон, которые у меня оставались, это корейские деньги, что как бы я буду жить в Корее, буду богатая. Я написала свои желания, что профессор мне помогает, что у меня все получается, что я пишу диссертацию. То есть, ну вот прописала, да, чтобы это все по пунктам было. А вот правый нижний угол, это было про семью, желание про семью. Я не знаю, я к тому времени уже практически разошлась с мужем. В 2012 году я вообще развелась, и не знаю, что меня толкнуло, я сидела с журналами, и хотя я о женитьбе и о новом партнере абсолютно не помышляла, потому что, ну, я была сыта по горло тем, что было до этого, от чего я, собственно, как бы и бежала, да, в Южную Корею, чтобы хоть как-то что-то изменить, и чтобы вот эта жизнь вся прекратилась, которая была до этого. Но, тем не менее, что-то меня торкнуло, не знаю. Я вырезала из журнала Джуда Лоу,
красивого актера, которого я очень люблю. То есть он для меня такое олицетворение мужчины. Наклеила его. Думаю, ну пусть будет красивый мужик. Ну, типа так надо. Когда-нибудь, может быть. И там же, полистав журналы, я увидела фотографию Праги. Я ни разу там не была, но это была как бы моя мечта в Прагу съездить. Я вырезала башни Праги, наклеила туда же к мужику. И потом, полистав, я увидела фото, свадебное фото. Ну, девушка в платье в белом, парень, все. И каким-то тоже странным образом, хотя как бы какой там, о чем я думала. Вот, я взяла, их тоже вырезала и наклеила, что типа, ну, в том плане, что... То есть в итоге, вот пусть это будет, в итоге, да, все-таки как хотелось наладить свою жизнь, но, конечно, на тот момент я абсолютно на этом не циклилась. Мое дело было сейчас дети, учеба, выехать, зацепиться, укрепиться, писать, работать, то есть вот так. В 2012 году я переехала в Южную Корею. В 2012 году уже я перевезла детей через полгода. Мы стали там вместе жить, я работала много, я ходила на семинары, первый семестр, второй семестр. И в итоге я закончила свою докторскую учебу в 2013 году и осталась по визе студента писать диссертацию в Корее. И вот в 2013 году, как я сказала, учеба кончилась, семинары мои кончились на немецком языке, и я поняла, что язык мой уходит, потому что, ну, я сижу в Южной Корее, какой там язык, да, корейский? Корейский я прошла до уровня А1 примерно, могла говорить на бытовые темы, но чтобы, например, посещать семинары или смотреть фильмы или читать книги, конечно, этого уровня нисколько не хватало. Да я и не собиралась так особо учить корейский язык, потому что я знала, что Корея для меня перевалочный пункт, и я хотела защититься, и как профессор уже, профессор языковой, переехать, искать работу в Германии. Вот такой был план. В итоге в Германию я переехала, как вы видите, но немного не так, как я предполагала. Короче говоря, в 2013 году я поняла, что язык у меня уходит, он стал пассивным, немецкий мой язык, потому что разговаривать было не с кем. Я писала свою работу на немецком, и в конце 2013 года, в декабре примерно, тогда, знаете, был ЖЖ, да, ЖЖ сейчас отмирает, я сейчас туда уже не хожу, но у меня тоже есть мой ЖЖ, живой журнал, а тогда было очень популярно, дружили журналами, да, с людьми знакомились, комментировали друг у друга, посты всякие разные были такие, тоже провокационные, ну, вы знаете, скорее всего. И вот, случайно, сидя в этом ЖЖ, я увидела фотографии Гамбурга, рождественского. Дело в том, что на практике, на четвертом курсе, когда я была студенткой, мы ездили на языковую практику в город Гамбург. Ну, может быть, как-нибудь еще об этом расскажу. Полтора месяца летом мы жили у Гастельтерн, у родителей гостевых. И каждый работал, ну, имел практику языковую на каком-то месте работы. Кто-то работал в турфирме. Одна девушка работала в концлагере, переводила фильмы документальные. А я работала в коммерческой библиотеке торговой палаты города Гамбурга, в самой ратуше. До сих пор, конечно, это мое место силы, ратуша города Гамбурга. Так вот. На тех фотографиях в ЖЖ, которые я увидела в декабре города Гамбурга, был рождественский Гамбург. И это так всколыхнуло все воспоминания, вот эти студенческие. Я написала этой женщине: большое спасибо за ваши красивые фотографии. Я рада увидеть зимний Гамбург, потому что я была там только летом. На что она мне ответила, завязалась переписка, и мы подружились нашими вот этими журналами. И так постепенно, когда ты дружишь с журналами, то тебе приходят, ну, сообщения, что пост вышел у этого человека, ну, как сейчас вот эти все наши соцсети, да? И вот в один из дней, недели через 2-3, выходит от нее пост, где фотография такого симпатичного мужчины, и она пишет: это наш друг Йенс, который помогает нам с переездом. Я такая смотрю, а он так красиво выглядит, она его еще так на снегу разложила там и фотографировала. Как я потом узнала, это были
фотографии, чтобы кого-то зацепить. Она хотела ему кого-то найти. Но я тогда этого не поняла, не знала. У меня вообще об этом мыслей никаких не было. Но в итоге, как видите, это сработала тактика. Взгляд мой зацепился. Я ей пишу, а что это за мужчина? Он одинокий? Да, одинокий. И я такая, о, ну, как бы раз одинокий, то можно к нему пристать. В том плане, что попереписываться. Просто переписываться по-дружески и хоть немного поддерживать мой немецкий язык. Я ей это озвучила. И она говорит, о, да, давай, я ему скажу, конечно, обязательно. То есть у нее были вот эти планы его с кем-то свести. Я вообще об этом даже не догадывалась. Мне об этом он рассказал там года через два, не знаю, то есть что вот это все было. Короче говоря, он мне написал в Фейсбуке, она дала мой контакт. Он написал мне в Фейсбуке, и мы начали общаться. А поскольку он немец из ГДР, ему было очень интересно вот это вот все, как я жила в гарнизоне, да, вот эти вот папа военный, то есть вот эти все вещи, да, что какое-то общее, что-то общее, какие-то были воспоминания, потому что он ГДР, я ГДР 5 лет жила, да, что-то какие-то общие, что-то были, музыку общую слушали, какие-то реалии общие были. Мало того, он очень возмущался, что у меня было больше, чем у него, да, потому что мы, как большой брат, мы были, Советский Союз, я имею в виду, мы были снабжены вообще всем, а ГДРовские немцы часто жили намного проще, чем мы, оказывается. Это тоже тема отдельного видео, я не знала этого всего, я думала, все так живут замечательно в ГДР. Так вот, вот мы переписывались, ну, там, может быть, в Фейсбуке, там, раз в пару дней. Потом мы из мессенджера Фейсбука, мы перешли на e-mail, обменялись e-mail'ами. И мы начали переписываться, ну, там, один e-mail в 5 дней где-то. Пока постепенно, со временем, этот один e-mail в 5 дней не превратился в 5 e-mail'ов в день. Да, потому что нам так было вместе интересно. Он мне писал, я ему писала. Мы идем с детьми на прогулку, я фотографирую себя без макияжа, без ничего, там, в какой-то кепке, там вот это. И вот мы пошли гулять. Ему было ужасно интересно, как так? Одна фрау, такая маленькая, хрупкая, с двумя детьми, живет одна в Южной Корее. Что это за Южная Корея? Для него это был вообще абсолютно другой какой-то мир. То есть он настолько тянулся, интересовался. Ну, а я, вы знаете, для меня это была такая дверь в свою сказку, вот честно, дверь в свою сказку, потому что когда у меня на полу, там, по корейским меркам, да, корейцы матрасы сворачивают и разворачивают, это такой вариант для бедных, простых корейцев, и мы также жили на полу, половой жизни, в комнате в нашей однокомнатной квартире. Когда там у тебя внизу на полу спят дети, и ты сидишь уже там в час ночи, имея хоть немного времени для себя, ты открываешь компьютер, ты пишешь этот e-mail человеку, которому ты интересна, который ждет этого письма, ты получаешь в ответ письмо. Это, знаете, это была дверь в другой мир, где я хоть немного, забыв про все заботы, про все горести, про то, что завтра в 7 утра вставать, идти на работу, тащить детей, потом сумки, потом вечером ученики, чтобы деньги заработать, продержаться, доскрести дальше. То есть это была моя история. Я даже не рассказывала попервой ему о детях, потому что, ну, дети – это была моя проблема. Я никому не собиралась ее навязывать. Он сам в Фейсбуке поискал, посмотрел. А поскольку он-то знал, что он знакомился с женщиной с какими-то брачными планами, я-то нет, я не знала, то он посмотрел этих детей и такой, о, у нее двое мальчишек, какая радость. Потому что мы с ним встретились в тот момент, когда он переживал развод. Получилось не очень красиво. С женой они прожили 13-14 лет или 15, ну, в общем, в этом районе где-то. И когда он с цветами пришел к ней в день свадьбы, в августе это было, она вынесла ему два чемодана. Без слов. Он был этим событием абсолютно сломлен, потому что это такой семейный очень человек, обожает своих детей, двух мальчишек, да, про них вы смотрели видео, да, про одного вот студента рассказывала в видео «Бинген
про Бинген Амрайн в городе Бингене, как мы навещали его младшего сына. А старший сын учится в Любике, в университете. Так вот, он был абсолютно сломлен этим событием, не тем, что даже вот жена его выгнала, а тем, что он потерял детей. То есть он не мог их видеть каждый день. Он съехал в отдельную квартирку, причем в ту квартирку в том же подъезде, где сейчас и мы живем. И то есть это вот август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. В декабре, в феврале даже мы как-то вот списались с ним. Январь-февраль мы с ним списались. То есть это уже полгода прошло. И когда мы писали с ним первые письма друг другу, он коммуницировал, он разговаривал со мной, но он был настолько в депрессии и в грусти, что он даже имя свое писал с маленькой буквы. И где-то, наверное, в апреле, марте, апреле я ему написала: да ну что ты, ну хватит уже, ну жизнь продолжается, ну нельзя так столько грустить, давай уже взбодрись, может быть, тебя что-то там за поворотом ждет. Честно говоря, я настолько стала к нему хорошо относиться, что я думала, что когда-нибудь он мне напишет: Юля, я встретил женщину, я счастлив снова, я очень рад, и у меня как бы жизнь пошла дальше. Я ему этого искренне желала. То есть у меня не было абсолютно никаких там планов на него, нисколько. Просто это был друг, с которым мы сначала переписывались, чтобы я подтянула свой немецкий, а потом это стал друг, которому я открывала душу, который был моей отдушиной вот в этой тяжелой жизни. И все, больше ничего. И вот случилось 9 мая. 9 мая 2014 года. Я и дети, мы пошли на вечеринку, которую устраивали в ресторане для русскоязычных людей, ну, отмечать 9 мая наши. Ну, я туда вот прихорошилась наконец-то, да, я красиво оделась, я накрасилась, все. Ну и подумала, ну, как бы не терять же добро, зря, чтобы добро не пропадало, я старшему сыну сказала: ну-ка, сфотографируй меня. Он меня сфотографировал. И я отправила эти красивые уже фотографии, ну, Йенсу, по привычке, да, вот мы обмениваемся фотками, как обычно. В это время он сидел у своих швигаэльтер, у своих тести-тёщи, да, для мужчины. Потому что по-немецки одинаково называется, а у нас тести-тёщи. Да, бывших, да, у бывших этих тести-тёщи он у бывших сидел, потому что они-то остались с ним в хороших отношениях. Вот. И вот сидя там у них на участке, он их иногда навещал, видно так, по старой памяти, он получает эти фотографии. Получил эти фотографии, и вдруг он говорит, как молния пронзила: боже мой, ведь это не просто интересная, сильная, хрупкая женщина, которая борется там одна, в Корее, которую он уже к тому времени очень уважал и ценил как друга. Оказывается, это красивая женщина. Когда он увидел эти фотографии, и вот 9 мая мы отмечаем день капитуляции Йенса, потому что именно тогда он осознал, что он в меня влюбился. Но мне он, конечно, этого всего не сказал. Мы продолжали переписываться. И вот летом, как обычно, мы поехали с детьми в отпуск в Россию, потому что работы не было летом, и на лето обычно многие русские уезжают в Россию, чтобы там пересидеть, что и мы тоже всегда делали. На 2-3 месяца мы уезжали обратно в Самару к моим родителям, к бабушке и дедушке. Да. Вот. И как раз в этом году нам предстояла операция. У младшего сына должна была быть операция. Тяжелая, запланированная, тяжелая. Всего он по этой проблеме перенес 3 операции. 2 вот в России, 1 здесь уже, в Германии. Это была последняя, надеюсь. Ну так вот, я ехала туда. Главная цель была операция сына. Мы приехали. И когда я оказалась в России, в досягаемости к Европе, да, понимаете, то есть Германия к России поближе, чем Германия к Южной Корее, вот тут вдруг он оживился. Он знал, я ему как-то говорила, что я хочу в Прагу, что я там чего-то там мечтаю. Конечно, мы разговаривали о наших мечтах, опять же, без намеков, да, без каких-то там просьб. И вдруг он мне пишет: послушай, ты приехала в отпуск,
тебе нужно устроить отпуск для себя. Я тебя приглашаю, приезжай ко мне, и мы поедем в Прагу. Вы знаете, он сказал такую фразу, которая, наверное, заставит растаять любую женщину, а особенно меня в том состоянии, в каком я была, сжавшись себя в кулак всегда, да, постоянно, ну, чуть ли не впроголодь, постоянно не хватало на что-то денег, все время в минусе. Вот эта вот гонка постоянная, тяжелая жизнь в достаточно дорогой стране, идя к своей цели. И он мне сказал: ты только приезжай, и тебе не придется доставать свое портмоне. Это была такая романтичная фраза. Самое прекрасное в мире, что я слышала от мужчины. Это при том, что я как бы, ну, клялась себе не зависеть от мужчины, да, со времен первого брака, потому что это сыграло очень злую шутку со мной, когда я была из-за маленьких детей зависима и, соответственно, достаточно бесправна. Вот. Я, конечно, поклялась, что такого никогда не произойдет, соответственно, поэтому и сейчас я тоже продолжаю работать и веду онлайн-курсы, и свою школу «Deutsch mit Julia Bob», и вот это вот все. Но тогда это звучало, конечно, знаете, что кто-то обо мне будет заботиться. Это же невероятное чувство, от которого я давным-давно отвыкла. Ну, конечно, я не могла ничего сказать конкретного, потому что первым делом была операция, да, операция ребенка. Но мы начали все-таки готовиться, что я приеду. Окей, наскребли деньги на то, что я купила билет. Он прислал приглашение для визы, выслал приглашение. И потом оказалось, что он, поскольку никогда этим не занимался, он как бы по неопытности выслал приглашение обычной почтой, которое шло недели две-три, в общем. Ну, в общем, это было плохо, да, мы могли по срокам прогореть, потому что билеты уже были на руках, а нужно было еще визу поставить в паспорт. Он вообще не знал, что визу надо, потому что у него визу никуда не надо, и в Южную Корею не надо, и никуда, немецкий паспорт, он везде дает открытые двери. Ну так вот, в итоге сделали мы операцию, главное дело лета было сделано, и оставалось ждать визу, а приглашения все еще не было. И он тогда берет и делает скан, и присылает мне этот скан. И я иду в визовый центр и говорю: ребята, ну приглашение никак не может дойти, оно застряло где-то на почте. Может быть, по скану? И они говорят: мы не знаем, как там будет в Москве. Давайте, мы отправим ваш паспорт со сканом. Что делать? И вот когда я вышла, то есть я вот это все сдала, эти документы, в больницу мы легли, выхожу, и мне звонят. И мне звонят и говорят: вы знаете, это удивительное дело, ни у кого никогда не прокатывал скан приглашения, но у вас получилось. Вам выдали паспорт с визой, приезжайте забирать визу. И я, ну, в визовый центр в Самару, и я иду к маме, то есть мы разбираем вещи из больницы, да, чтобы их там стирать, вешать, вот это все. Я иду к маме с этими вещами еще в руках и говорю: мама, мне кажется, я еду в Германию. И он такой, что правда, то есть, ну, никто до конца не верил, что это все произойдет. И вот в итоге приезжаю я в Германию. Когда папа вез меня в аэропорт, он говорил: Юля, ты что делаешь? И я такая: я не в курсе, я сама не знаю. Я этого человека вживую ни разу не видела. Конечно, все страшно, все непонятно, куда ехать, что. Мой билет был до Гамбурга. Да, мы в Гамбург прилетаем обычно, наше обычное место прилета, а потом едем до нашего городка. Так вот, вы знаете, я стояла в зале прилета, вот эта багажная лента крутится, да? Я стояла возле этой багажной ленты, я была последняя. Мой чемодан крутился там последним, и я думала: вот я сейчас выйду, и что? Что делать-то? Но потом я взяла этот чемодан и сказала: у меня был отпуск 10 дней, да? 10 дней. И я сказала себе: слушай, ну ты что, будешь тут стоять у этой ленты 10 дней? Так, встала, взяла чемодан и пошла. Я пошла, вышла. Я увидела его. Он увидел меня. Он был поражен, насколько я маленькая. Потому что в его
голове я обладала огромной величиной в смысле силы, энергии, достижения цели, да, и это делало меня великаном в его глазах. А он увидел, что выходит такая мелкая с чемоданом, и он смотрит на меня сверху вниз и разговаривает со мной. Где-то я жила в гостинице, я сказала сразу, я живу в гостинице, а не у тебя. И он до сих пор восхищается вот этой чертой, что как она себя сразу так поставила. То есть это настолько еще больше как бы подняло планку уважения. Короче говоря, да, я жила в гостинице, он все оплачивал, как и обещал. Я жила в гостинице, дня 2-3, он показал мне городок, мы съездили на Эльбу. И потом, дня через 3, мы поехали в Прагу, как он обещал. И он оплатил там, опять же, 2 комнаты в гостинице, мы гуляли по Праге. Он тоже там, он был один раз юношей, а сейчас он открывал Прагу как бы заново. Там он мало чего запомнил, когда юноша был. Там они, конечно, по пивным барам в основном ходили, да, с друзьями. А тут со мной пахло все сладко. Это такая какая-то ночи теплые, сладкие. Все так интересно. Первый мой отпуск в жизни. Несмотря на то, что я жила много за границей, Южная Корея, то с мужем, то вот одна, то с папой в ГДР, то, да, вот эти все вещи, но у меня никогда не было отпуска, куда бы я поехала на несколько дней и просто бы отдыхала, не думая ни о чем. То есть все мои за границы, я там жила. А это, как говорится, не путайте туризм с эмиграцией, да? Там, где надо жить, там надо еще и выживать. А здесь было все так беззаботно, так хорошо, так прекрасно. Короче говоря, примерно на 5-й день он мне признался в любви и сказал, что любит меня уже очень давно, с того 9 мая. И в то же время сделал мне предложение, свадебное предложение руки и сердца. Ну, как мы знаем с вами, да, он разошелся с женой, но то, что у них происходило, это называется тренингс-яр, то есть год раздельного проживания, и только через этот год можно подавать на развод. То есть он был как бы еще женат. И я тогда, ну, во-первых, во-вторых, я работала в Корее, я писала там дальше. Я тоже не могла ничего сказать, и я такая, ну, как бы я тебе ничего на это не отвечу. Он говорит, я знаю, что ты ничего на это не ответишь. Моей целью застолбить и показать свои намерения. Я хочу на тебе жениться, или ты, или никто. Но и в итоге он делал мне предложение еще 3 раза, где-то так, с разницей в год. Последний раз вот в 2017 году, когда мы, собственно, и поженились, 7 июля 2017 года. А потом, когда после этого отпуска я вернулась в Корею, я, разбирая вещи или когда-то там случайно, я нашла ту карту желаний, о которой я уже давным-давно забыла. Я открыла ее и посмотрела вот на этот правый угол, где были башни Праги, где был этот красивый Джуд Лоу, но мой красивее, то есть красивый мужик, и где была вот эта свадебная пара, невеста в белом платье, и я такая, это что? То есть, да, это оно сбылось, оно в итоге сбылось. Вот такая вот история, как я познакомилась с моим будущим мужем немецким. А как я переезжала, я расскажу вам потом, да, потому что это было не связано со свадьбой, не связано с ним, хотя он, конечно, мне очень помог в переезде, но я переезжала именно как студентка. Я расскажу об этом позже, почему я вообще решила переезжать и почему я так и не защитилась там в Корее и не стала доктором наук. Кстати, что хотела сказать, рассказ о нашей немецкой свадьбе у меня есть на моем сайте, лендинге, где продаются все вебинары. Это вебинар примерно часовой.
там, где я рассказываю, какие документы я собирала, как я выходила замуж, что нужно было и так далее, и так далее. Плюс, что они разъездились, плюс лексика по свадьбе, лексика на тему свадьба, задания. То есть это небольшой такой урок на тему «Немецкая свадьба» с рассказом о своем опыте, показом документов. Я показываю, какие документы мы собирали, как это все происходило. То есть, если вам интересно, смотрите внизу в описании видео, будет ссылка на этот вебинар. Стоит он 1200 рублей. Можете его приобрести и посмотреть, как выглядит немецкая свадьба. Ну, надеюсь, вам мой рассказ был интересен тоже. И комментарии ваши, конечно, очень приветствуются. Как все это было, как вам эта история понравилась. Спасибо большое за внимание. Буду дальше. Комментируйте, короче говоря, что бы вам еще хотелось узнать. Следующий рассказ, наверное, будет о том, как я приезжала в Германию в виде докторанта, то есть студента, который на докторской учебе. Почему так случилось, как я переехала, сколько времени это заняло и каких сил мне это стоило. Короче говоря, вот такая вот история нашей встречи с Йенсом. Ну и вот, живем дальше. Чиз. Да, в общем, любви всем.